Помогите, не торопись. Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал, и поделом мне! Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел я с козел, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке, а мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Ладно, схожу. Когда найду сундучок, дам знать. Следы повозки, она заехала в болото. А вот и повозка. Повозка, утыканная стрелами. Повозка, утыканная стрелами. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Стрела. Об этом он не упоминал. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью, или он врет. Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой.
О, так что, нашелся сундучок-то мой? Нашел я твой ценный сундучок, а еще кое-кого похожего на возницу, со стрелой в шее. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс, очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. Не торопись! Надо его привести в чувство. Подъем! Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Ян Гейрмер. 6-я Тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства? Нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Я доставлю тебя к нильфгаардцам. Ты убийца, а не солдат. А ты предатель. И когда-нибудь тебя еще повесят. Эй, солдат, вы не ждете какой-нибудь задержавшийся транспорт? Что? Да. Капрал Финнет поехал в штаб за лекарствами и что-то не возвращается. Должен был быть пару дней назад. Лекарство здесь, в коробке, а это... 3 в 1. Мошенник, вор и убийца этого вашего капрала. Чтоб ты сдох, мутант! Уж капитан Петер подготовит ему прием. А тебе, Нордлинг, причитается благодарность. Лекарства эти жизни нашим ребятам, может, и не спасут, но им хоть помирать будет легче. Чем больны ваши солдаты? Не знаю. И не спрашиваю. Тех, что слишком интересуются, отправляют тут же на фронт. Должен сказать, я рассчитывал на более конкретную благодарность. Лучше всего золотую и звенящую. Я думал, ты так. Из убеждений, не из жадности. Ладно, возьми. Запомни и другим передай, что Нильфгаард щедр с теми, кто готов ему служить. Блёды, Нордлинг.